Всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Нина и Вова. Да, у нас сегодня наливаем в новые бокалы. Давай, доливай. А мне? Он такой закрывает? Вообще нормально. Да? Вот это мне еще подлить. Холодненько. Холодненько. Я сегодня упарилась, девочки, но у нас сегодня ужин вот три тарелки. То есть одна тарелка, вторая тарелка, третья тарелка. Мы вместе упарились, потому что Вован тоже старался в меру своих возможностей. Прям вот. Укладывал. Он вот красиво укладывал аджику. Я вот красиво укладывала сыр. В общем, оба молодцы, ни в коем случае никто не филонил. Ну, практически. Вот. Ладно, все, давай просто поедим. Все. Оба молодцы. Дай, Тима. Благо, что ты вместе и старался помогать, да? Ну все. Давайте вот сделаем заставочку. Давай, за нас красиво. Давай, держи вот свою баклажанчики, я свои кабачки. Именно вот так чуть-чуть выгибаешь. О, не так, держи. Не надо вот так вот. Вот раз, еще два, вот так вот два, и давай три, четыре. Сюда мордашка. Ну, мордашка, иди сюда. Фиксируй. Да, все, можно кушать. Можно кушать. Сама кушай. Да, сама кушай. Ну, ты там вредный такой, ну, Вова, ну, что ты? А что ты командуешь тут сидишь? Можно есть. Ну, в плане того, что... А до этого, типа, не трогай. Ну, в плане того, что красиво, не испортить. Да, еще смотрите, у нас вот такие вот, эти, как их, голубцы. Мы уже до этого делали. Вот, я по одному голубчику положила. Потому что много всего вкусного. Я собираюсь вот это все съесть. Вот это все будет съедено. А это вот еще, кстати, рулетик такой вкусненький. В общем, приятного нам аппетита. За кадром еще есть... Да. Ну, смотрите, у нас новые бокалы. Смотрите, такие тяжелые, да, Саша? Нормально, граненый стакан. В принципе, да. Вот что, голубец. Надо еще, кстати, наделать здесь голубцов. Капусткой. Все порежем. Так. Соусом вкусным таким. У тебя обалденно получилось. Кабачки, баклажаны. Это тема. Это не только кабачковая икра. Это 3-4 рецепта диетических легко усвояемых продуктов. Вот так вот. Еле отмыл плиту. Хотя на самом деле... Ну, в общем, терпение, труд, все труд. То есть как-то. Прелесть. Моя прелесть. Видите, ужин за час. Не, по сути, ну не час, полтора, короче, часа все делаем. Все делали. И все. Баклажан, конечно, очень много этого аджики потребляют. А, в смысле, тьфу, масло. Извините, у меня уже разговариваюсь. Масло до хрена. Посмотрите, как холодная курка. Просто только подаришь масло. Смотришь, уже скоротка сухая. Немножко островота. И с хлебушком. Чё больше нравится? Все больше нравится. Все нравится? И это, и это? Мне, конечно же, сыр. Он даже как-то легче делается, на самом деле. Кабачки, кстати, много им масла не надо вообще. Баклажаны. Ешь, ешь. Очень жирные. Вот это с сыром, с чесноком. Дико все калорийно, но очень вкусно. Понятно все. Где тут калорийно, кто не знал? Согласен, все вкусно. То, что майонез. Ну да. Да. Все. Майонез, он считай, в этих
голубцах, что и вот здесь в баклажанчиках. Пока ты все приготовишь, пока потом кухню отдраешь, девушки, сколько калорий сойдет? На завтра еще есть по этому вкусному. Там еще много осталось кабачков и кожи. Что, гореть что ли? Ты да. Ты да. И долго у меня стоит на плите. Тушусь. А что так, знаете, бросил? Вот это хорошо, когда, знаете, заготовки есть. Бросил на сковородку. Разбодяжил майонез там с кетчупом. Немножко специй, водички. Вот. Обжарил, залил, под крышку тушится. Все, красота. Ну, что делать надо? Все. Быстрый ужин. Точно так же и с паримом продают эти готовые голубцы. Можно тоже покупать. В общем, варианты быстрого ужина. Я, честно, не люблю заморачиваться, я человек ленивый. А мне вот что-нибудь такого по-быстренькому. Вот это, кстати, рецепт очень быстрый, по сути. Баклажан там отмачивать туда-сюда. А здесь порезал. Слушай, как вкусно. Где-то, видишь, задумка моя с аджикой. Можно не отмачивать. Полбанки ушел, кстати. Больше, чем полбанки ушел аджики. Мне сало. Сало-то, знаете, надоели уже. Девочки, это просто бомба, это бомбезно. Это блаженство. Это сыр с чесноком. Сыр слегка подтопился. Такие горячие были. Куда от меня баланс уйдет? Ага, разве он уйдет? Я его слишком хорошо кормлю. Он как будто как хомячок. И все, да, вот. Моя большая проблема, девочки, что я очень хорошо готовлю. Да, я, у меня когда, знаете, я когда в ударе, у меня прям вообще получается. Долго, кстати, идет это, не знаю. Я вам пока готовила. Уже сколько времени ушло, а до сих пор идет. Там сколько участников-то? Ну, не для начала, по-моему, 8 часов еще. Сейчас он уже 10:30, до сих пор идет. Там часа 3. Сколько? Да хрен его, да. А что, она прошла, что ли? Она, кстати, рассказывала, что она вот тогда упала, и у нее разрыв там связок был, крестовой и боковой и так далее. И ей делали операцию. Говорит, снова училась ходить, короче. Она вот спортсменка. Вот сказал, упала. Но она спортсменка профессиональная. Я-то не бегаю, не прыгаю. Я спортсменка. Я учительница. Раньше, может быть, было. Нет, просто потому что... Меня говорит, что... Разрыв был на полный, шоссе. Полный разрыв передний, полный разрыв боковой, и еще мениск у нее там что-то раздробился или что-то такое. Вот она говорит, училась ходить заново. А адрес этой парни я помню. Там это, уже был в прошлых сезонах. Там был отборочный, а сейчас финал, как бы, суперка тоже. Так тоже делал себе антибиотик.
Тут рулетик купили сегодня. Вот смотрите, обалденно. Ну, в принципе, еда, но пару дней есть. А крошка есть. Голубцы. Такие вот закусочки вот эти. Вот так вкусно. Вот это вот прям. Сейчас парни будут бегать. Дрожащая тропа. А они эти прыгают. Как болты, видишь? Из стороны в сторону. Это, по-моему, было уже в прошлом сезоне. Ты что не ешь? Чему? Вкусно. И ты говорил, не буду. А сам понравился. Хоть это же. Баклажанчик. Баклажанчик. Мне кажется, вот это аджика для баклажанов просто вообще... Нам прям созданы друг другу. А мне кажется, знаете, эта сырная намазка на баклажан бы не пошла. У меня что-то не то. Мне кажется, она все-таки для кабачков лучше. Что, если у вас есть свои варианты намазок, прилагайте их в комментариях. Может, кто-то будет готовить. Скоро же начнутся эти... Сезон кабачков, баклажан. Чел сейчас будет бежать, который прошел все пять. Я вот разговариваю с людьми, а ты мне мешаешь. Да. 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 Хотя бы там не лезь. Ну? Ну, я говорю, вот вариант. Я говорю, что вот сырная вот эта намазка на баклажан бы не пошла. А как сделать? Мне кажется, больше кабачка. Чуть больше. Чесночка и пошла бы. Нет, здесь приличное количество чеснока. Короче, нафиг этот рататуй. Спарим. Очень дорого. Можем сами жать. Еще куплю сковородку, гриль. Мы же сами делаем. А это тут. Да. А, кстати. Сковородочку там убрали. Да-да. Резали, выкладывали. И заливали бешамелем. А там, по-моему... А, мы, по-моему, бешамелем заливали и этим. И красным соусом. Угу. Томатами. Надо, кстати, сделать ротату. Там как раз идет кабачки, баклажаны. Да. Кабачки, баклажан, помидора. А, лук не идет. Тоненько идет. По-моему, идет. Все тушится. Да-да, это я островато для меня. Вот это прям... Обожаю сыр. Готовишь, съедается быстро. Все, другой стороны. Не, кабачки прям классные. Давай. Тебя. Маленькие. А я вот эти два съем. А, ложку надо. Прям так. Не так. Давай, за нас, с тобой. А я считаю, что мы молодцы. Не надо тут бить их. Да не бью я. Да господи, ну разобью еще куплю. Чё ты, блин? Дай сюда. Дай сюда. Всё. Только этого разбить. Там прям написано, что они усиленные. Я хочу вот так вот, значит. Усиленные. Вы... Готовы. Да. Я эмоциональный человек. С ума сойти. Как в раю. Угу.
Что тут есть? Кабачки, баклажаны. ПП. Не, вот это, кстати, баклажан прям ПП. Мы сегодня были с Марти. Там вот такой джики нету. Я прям специально подошла, посмотрела. Там только всякая кабачковая икра. И все. Там кабачковая икра, помидоры, это огурцы и кэпс. Да, и все. Там больше ничего нету. В этой фирме. Угу. А зачем? Если бы 129 это вспали. Угу. А там-то сколько было? 99. Да, найти в интернете эту ботанику и все купить. Это джики. Вот это, ну так вкусно. Даже вот не захочешь ничего готовить сам. А, блин, в интернете она стоит 159. Вот такая? Баночка. Чё ты хрена? Там, правда, есть двух видов эти банки. И чё, какие? Одна из пол-литра, вот как мы взяли. А, с пол-литрового? Да. А есть? А есть 250. Угу. Это ладно, 250, и вот сейчас полбанки у тебя там. Угу. На эти. Она дешевле. 89 рублей. Понятно. Ничего, даже солить не надо. Кстати, на маске даже баклажаны, то есть кабачки солить вообще даже не надо. Ой, я же говорил, мы со всеми справимся. Даже, вон, видите, со скоростью ветра 16,5 минут. Говорится, на скорости. Это же так вкусно. Вообще, девочки... Сейчас ветер такой сейчас дует. Да, ветер. Ветер перенос. Второй день дует так. Угу. Ой, сегодня вообще шли. Я говорю, два раза грохнули. Да ладно-ка. Я тебя второй раз вообще чуть еле удержала. Да. Уже такой поехавший. Я хотел прокатиться, а ты... Да, конечно. Держишь прям меня. Такой, уи! Чуть не упал. Уи! Чуть не упал. Чуть я тебя удержала. Что-то написано. Жить, как говорится, хорошо. Не, ну вообще там было по дефолту 330. Но они как-то больше, да? Они тяжелее, во-первых, чем те наши. Они толще. И за счет вот этих ребер они это немножко усиленные, но толще. Угу. Не советуйте. И они написано, что они усиленные. То есть их разбить очень сложно. Усиленные это то, что ребра вот. Ну. Поэтому щекайся на здоровье. Угу. Хоть учокайся. Вот. Кстати, снизу что... написано IKEA и Made in Russia. Сделано в России. Ого. Для IKEA. Так производство у них здесь есть. Оно осталось. Да. Все, ладно, сегодня будем заканчивать. Всем огромное спасибо, что с вами поужинали. Девочки, готовьте. Будем что-то новенькое готовить, стараться. Вот, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Ставьте лайки.